На Всемирном конгрессе в Казани Андрей Чибис рассказал о развитии городов в экстремальных климатических условиях. Участники Международного урбанистического форума, мировые эксперты, архитекторы и дизайнеры из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы и стран СНГ – всего более 1000 человек. На конгрессе рассматриваются лучшие российские и международные практики по созданию парков и общественных пространств. Глава региона Андрей Чибис во время доклада отметил, в этом году города Мурманской области заметно преобразились. Также губернатор подчеркнул важность взаимодействия с населением при реализации проектов благоустройства. И в качестве успешного приема получения обратной связи привел портал «Наш Север», предназначенный для проведения рейтингового голосования и приема дистанционных сообщений от граждан. Мы делаем из Мурманской области такой центр экстремального урбанизма, имея в виду приглашение, притяжение тех, кто готов экспериментировать, давая эту площадку для экспериментов, чтобы у нас появлялись хорошие, интересные, пусть вызывающие проекты в сфере городской среды, но с обязательным учетом наших климатических особенностей,